чего ты попросишь у Калдорай? Калдорай выдержат все испытания. Если Фирак хочет захватить древо, то почему он медлит и разместил войска так далеко от цели? Фирак жаждет силы. Он хочет порабощать. Что бы он ни говорил, это его истинная цель. Идем, проследим за его бойцами и узнаем, что они замышляют. Но королева Алекстраза, я... Фирак, теперь моя ответственность. Стоишь ли ты моего времени? Встретимся у лагеря воинов стихий на северо-западе. Покажи, чего стоишь. Веронот, ты вернулась. Бури, я не думала, что Фирак бросит вас в атаку. Я не думал, что мы выживем. Мы? Другие тоже целы? Я рада. Не бойся меня. У нас много дел. Крыло и копыт. Уходи. Новый план? Лети! Веронот, не нужна моя сила. Но Фирак меня примет. Если я справлюсь, стану такой же сильной, как воплощение. Да как он смеет? Только я достойна этой силы. Фирак выбрал меня. Я разнесу этот барьер в щепки! И Верона понял, что зря она сбросила. Пик пепла сослужит нам службу. Только я смогу обуздать мощь, скрытую в горе. Другим не под силу.
центре набиты. Куда дальше? Дальше сдавать. Не бойся меня. Так, секретуя, это Лёдка оставила? Это твой выбор. Новый. Она самая. Так, далой портал. Их боевой порядок нарушен, а значит, сну пока что ничего не угрожает. Сапоги. И кисти рук. Блин, ну прикольно собирать сет, конечно. Лети! Стихийные перебежчики. Крыло. А Терра был одним из когтей Веронот. Он не хотел нападать на сон. Возможно, те воины стихии, которые ему служили, думают так же. А попробуй поговорить с ними. Вдруг удастся переманить их на нашу сторону. И отмечу тебя меткой, Веронот. А пока ты с ней, воины Терра не нападут. По крайней мере, сразу. Убить 5 воинов стихии Терра, перейти к Веронот. Лети! Летим. В поисках Терра. Я не думал, что моя старая стража захочет ко мне вернуться. Я рада их видеть. Когда я решила перейти на сторону Алекстразы, то никому ни о чем не сказала. Просто ушла. Но личные дела подождут. Надо узнать о замыслах Ферака. Все, что можно. Послушаем, что расскажет Буря. Бури. Знаете о замыслах Ферака. Ушла и никому не сказала. Чтобы меньше людей проболталось, что это она шпионит. Что хотел сделать Ферак? Он избавился от всех, кто мог сохранить тебе верность. Фераку зачем-то нужен источник жизни. Это все, что я узнал. Терро не так давно был с Фераком в пещере на западе. Спасибо тебе, друг мой. Якс. Нам сюда. Огненные элементали вторгаются в здоровые области сна. Выгони их оттуда, пока не начался пожар. Так, вы что тут делаете? Давайте к нам. Попытка убедить войны стихий. Провал. Это элементенок маленький чей-то. Согрелся уже. Так, а ты? Про что? Блин, тоже не хочет. Что-то они какие-то непробиваемые. Ворона слишком много болтает. А вот Ферак берет и делает. Любопытно, что пока мы били его друга, он стоял и смотрел на это. Похоже, эти челы. Так. Я чувствую, никто не перейдет на нашу сторону. Если мы бросим наше дело сейчас, то значит все было впустую. Поглощение, в смысле поглощение? Ну что, я все боюсь встретить шипастых чуваков. А, погодите, позволяйте повлиять и на войны стихии. Погодите, а как? У меня не получается. А мне надо, чтобы получилось, кстати. Мне не везет или? Я что-то не так делаю. Ферак не угомонится, пока не сожжет источники. Зачем сопротивляться? Так, мне кажется, я что-то не так делаю. Они что-то вообще не хотят переходить на мою сторону. Прям максимально не хотят. Смотрите тело Терро. А Терро это тоже, да, коготь? Окей, безжизненное тело Терро лежит на камне. Осмотреть Терро. Тело обгорело. Не трогай добычу летки. А судя по всему, его долго избивали. На шее видны две проникающие раны. Похоже, они его и прикончили. Это укус. Причем укус протодракона. Раны небольшие, убийца не Ферак, а кто-то гораздо более мелкий. Окей. Уже по своим походу работает, да? Як. Ну что-то мне... А, влиять не получается. Ты скажешь, что-то пришла? Время не ждет. Надо остановить. Что ты натворила? Препятствие устранено. Ты зря бросила нас. Вот Ферак продолжает идти к цели. А теперь
Пойду взорву гору. Я остановлю Летку. Герой, Бури, найдите Суску. Во? Найдите Суску. Ага. Она сама здесь появилась. Так, чуваки, давайте на мою сторону. У меня же на мне знак Вероноса. Знак Веронос, отмеченный знаком, помогут говорить с военным стихией. Нет, просто говорить могу. Ну хотя бы один... О, все, наконец-то. Не стоило нам нападать. То есть я помню, просто нас, вчера мы даже делали этот квест, то что там тоже там надо было переманить на нашу сторону. И там было просто фиксировано, нам надо было поговорить с определенным количеством людей. Там кто-то перешел, кто-то нет. Я здесь думаю, то же самое примерно будет, но нет. Здесь нужно именно убедить определенное количество. Кто-то вот не убеждается. И элементаль всегда нападает, когда да. То есть все-таки ее элементаль. Не просто так он к нам подходит. Давайте видитесь. Бля, ну что, не сагрится этот? А, это отдельно. Я думаю, он тоже с ним. Так, последний остался. О, кстати, Бури. Уже здесь. Так, давай, вот этот. Ты сможешь. Турены, давайте, турены за нас. О, нет, а что два элементаля? Блин, кстати, вот я думал, что вот этот чел как бы не исчез вместе с этим чуваком, да? Я думал, что этот как бы тоже будет отдельно. Пойдет на нас. Хотя, может быть, они нападают на нас, потому что мы просто в бой входим. Что не зависит. А что-то они друг с другом как будто дерутся или что это? Тренируются? А блин, хватит. Чего они какие-то это нехотящие? Там очень маленький процент, походу, там. 30 или типа того. Когти готовы. Так, стихийные перебежчики. Терра всегда защищал своих подчиненных. Он бы хотел, чтобы мы спасли всех, кого получится. Хорошая охота. В поисках Терра. А Веронот не успокоится, пока Терра не будет отмещен. Круг восходом. Кулон с вечно зеленым компонентом. Это что, шея? 415. И ладно. Лети, так, нападение на источник. Терра одолжить, чтобы защитить сон. А значит, мы должны продолжить его дело. Веронот справится с Лёдкой, а мы должны найти Суску. Надеюсь, Лёдка до нее не добралась. Начнем с источника, встретимся там и сразу займемся поисками. Как они, интересно, в оригинале называются? Лёдка, Суска. И, может быть, так и называются? Ну, бури, как будто там какой-нибудь шторм или типа того, да? Лёдка. Не знаю, флай. Хрен его знает. Хороший. Интересно путь. Посмотреть. Идем. Суска возле источника. Вот Суска, непонятно, почему Суска. Потому что у других бури и ледка это как-то логично звучит, да? А вот Суска что-то странно звучит. Может, какое-то более логичное название найти. А четвертого как звали? Четвертого не запомнил. Да и этих на самом деле не запомнил. Так, нам куда-то вот. А, нет, это бури. Думаю, это уже Суска. За Веронот! О, ролик. Ты это видишь? Думаю, там Суска. Смотрите, куда показывает буря. Мультики. Мы только время тратим. Фералат миг расколол бы этот барьер. Неужто эта задача тебе не по плечу? Когда источник заполнит пламя, мое пламя, от него запылает весь этот мир. А потом, через то древо, и весь Азерот сгорит дотла. А ты хочешь, чтобы я тратил силы, делая за вас вашу работу? Я просто... Прости.
Мы уничтожим этот барьер. Нет. Они уничтожат. Он же один, что-то вот один стоял. Подберись поближе, а я останусь. Где? Я, кстати, не увидел там никаких драконов, по-моему. Я же один только успел заметить. И медведи где-то тут стояли по краям. А, это, кстати, подземелье? И что это? Эти так... А, испарнилось. Вот это подземелье какое-то. Или показалось... Что надо сделать? А, из Ферака скверный командир. Его замысел провалится. Кто такие когти Веронот? Уверена, ты уже знаешь о когтях Веронот. Я одна из них. Когда нас разделили, Ферак посчитал, что я толковее остальных. Выдал мне солдат и велел атаковать барьер. Его рассудок рассыпается на части. Он не может командовать армией. Весь этот план обречен с самого начала. Не, походу они, короче, откинули Ферак. Ладно. Моя идея со шпионством что-то провалилась. Это слишком много этих чуваков указывает на то, что Ферак вернее страдает. Бури здесь. Не предавай себя. И клей не нужен. Бури? Веронот? Она бросила нас на милость Ферака. У нас не было выбора. Пришлось пойти за ним. Я не знаю, что он задумал, но он приказал мне взять воинов стихий и уничтожить вот этот барьер. Пока что ничего не вышло. Думаю, Веронот как раз этого и хочет. Правда, нам удалось отколоть несколько фрагментов барьера. Если соберешь их, мы вернем их энергию в щит. Надеюсь, ты поможешь нам все исправить. Соберите 6 фрагментов барьера. Светло-оливковые штаны. Блин, можно на самом деле full set сразу посмотреть. Ушла. Ферак разделил тех, кто хранил ей верность. Меня послали сюда штурмовать барьер. Где Терра и Бури, я не знаю. А, Терра. Ферак доверяет Летке. Послал ее взрывать пик пепла. Она с радостью согласилась. Когда барьер падет, Ферак доберется до источника и обратит его магию в пламя. Летка всегда была непредсказуема. Теперь она опасна. Мы повредили барьер, но думаю, это можно исправить. Надо только направить обратно магию, которая утекла. Окей. Так, что тут налить? Так, мне надо фрагменты барьера собирать. Ну, Терра, видимо, это и был как раз четвертый чел. Но я не понимаю, почему Суска. Что значит Суска, блин? То есть Терра — это земля, например, да? Лед, как-то, ну, например, просто летает, потому что. Хотя там с огнем больше хочется что-то связать. Буря — это, ну, как бы буря. Да хоть какие-то ассоциации вызывает, да? А Суска — это что-то вообще никаких ассоциаций нет. Вот Суска и что? Суска. Почему это? Короче, по Суске пока больше всего для меня непонятно. Так, фрагменты собираем. А бов убивать там на самом деле не надо. Хочется как-то тут по стелсик немного ходить. Аккуратненько. Нет, маленький лимончонок. Надеюсь, он не переведет больших. То есть пускай он сагрился, не убивать. Главное, чтобы маленький не перевел больших. Так, вот еще один. Ну что-то армия Ферака прям сама разваливается, ей даже делать ничего не надо. Нужно просто стоять и смотреть. Блин, там куча народу, не хочу туда, вот туда хочу сначала. О, камень встреч, погодите. А, это рейд, блин, точно, я забыл то, что здесь рейд. Я думаю, здесь выглядит как у подземелья этот вход, да? Но подземелья вроде новых нету в этом.
в Стражах Сна. Что тут тогда за вход? Какой этот инст? Здесь же Рей, точно. Так, а мы в центре. Установите барьер, ага. Отправите собранные фрагменты к барьеру, чтобы восстановить его. Ну-ка. Сначала ломали-ломали, а мы хоп, все восстановили. Теперь заново все ломать, да? А куда здесь чел, которого он зарядил? Он же там кого-то этот уничтожил, взял, видимо, его силу и в других его засунул. Мои когти. Так. Барьер снова цел. Нужно найти остальных и остановить. И остановить Летку, окей. Так, ну пока что нам, я думаю, не пройти в рейд. У нас как бы он закрыт. Потом как мы туда зайдем. Какова задача? Спасибо, что помогаешь его остановить. Не предавайся. Вулкан в мешке не утаишь. Кого? Вулкана. А Бури сказала, что Летка планирует поджечь пик Золы, и что Веронот погналась за ней. Летка этого и хотела, потому и выдала все свои планы. Сила пика Золы и правду может уничтожить барьер, или Веронот. Надо их догнать. Когда-то Летка была когтем Веронот, но теперь перешла на сторону Феррака. Она намерена взорвать пик пепла. А мы раньше не встречали, да, этих чуваков, никого? То есть это все новые челы, из ниоткуда. Голова светло-оливковая. Надо же, блин, посмотреть этот фуловый сет, чтобы по частям не разглядывать. Веронот, уже пора бы вернуться. Где она? Погналась за Леткой на пик пепла. Мы увидели, что случилось с Терро. Летка куда опаснее, чем думает Веронот. Надо помешать Летке взорвать пик пепла. Если с горой что-то случится, барьер падет. О, восьмерка. Блин, мне кажется, здесь вот с этими всеми пролетами что-то будет связано. Очень много? Или это просто, чтобы по приколу пролетывать было? Веронот, опачки. Что мы тут делаем? Замораживаем на лед. О, Летка. Быстрее! Вперед! Вперед? Нападать? Я напал. Распепелю вас и расплавлю ваше драгоценное воплощение льда! Я вроде справляюсь. Вы отказались от силы. Я не такова. Мощь пика пепла сокрушит этот барьер. Нет, не сокрушит. Лава вырву. Только не толкается. А что здесь не толкается? У вас... Летка. Как же так? Как же так? Кстати. Я помню, листал свои игрушки, я тут нашел игрушку. Вот это, по-моему, да? Выпив из этого рога, вы получите невосприимчивость к лаве. На драконьих островах. Ну-ка. Нет, не работает в этой локации. Мажет? Мажет. Ну, не очень сильно. Так, а чё, где все-то? А чё мне сказали, Лётка, как же так? Просто расстроились, что мы её убили. А какая у нас глава, кстати, идет? Третья. Ага. А, точнее, ну идет четвертая. Лёд и огонь. Завершается. Так, стоп. Прилетел. Покажи, чего стоишь. А, я потеряла подругу, но сделала то, что должна была. Не, ну ладно, хорошо, согласен. Моя идея со шпионами не работает. Ухай. Спасибо вам обоим. Знаю, это было нелегко. Нам или тебе? То есть им было легко. Или ей было легко? Что это, блин, за нам или тебе? Это подозрительное, да? Ладно.